Один из таких примеров – спор между санаторием «Магадан» и обществом с ограниченной ответственностью «ВИК». На сегодняшний день на территории микрорайона ЛАО есть два хозяйствующих субъекта, которые осуществляют канализирование данной территории. Это ООО «Пансионат Магадан» и ООО «ВИК». ООО «ВИК» является транспортером, «Пансионат Магадан» принимает и очищает сточные воды. Между ними происходил давнишний конфликт экономический. Никак не могли согласовать установку прибора учета и точку его установки. Все эти вот мероприятия, которые глава предусмотрел, они все будут исполнены. Если ранее предприятие ВИК направляло стоки на очистные и оплачивало постоянную сумму по договору, то новое руководство санатория справедливо потребовало установить счетчики, ведь летом объемы значительно возрастают. Соответственно, для их переработки необходимо больше мощностей. Но ВИК затягивал с установкой приборов учета. В итоге в ЛАО без канализования могли остаться 1000 домов. Накануне на совещании при главе города в споре была поставлена окончательная точка. Анатолий Пахомов дал поручение разрешить ситуацию в кратчайшие сроки. Все заинтересованные стороны встретились на локальных очистных сооружениях пансионата Магадан, где проводились работы по установке приборов учета. На сегодняшний день решением комиссии было принято решение о том, чтобы ВИК поставил себе приборы учета. На данный момент ведутся работы, уже новый прибор учета устанавливается. Я думаю, сегодня наш спор разрешится. Мы сегодня определились, и по поручению Анатолия Николаевича Пахомова мы сегодня находимся здесь для устранения вопросов, которые раньше возникли. И я думаю, в дальнейшем мы будем сотрудничать. Канализационная сеть и очистные сооружения санатория Магадан рассчитаны на очистку 2400 кубических метров стоков в сутки. В администрации ЛАО уверены, что в ближайшее время вопрос канализования и чистоты воды вдоль побережья в ЛАО будет разрешен. А работа по борьбе с неочищенными стоками в Большом Сочи будет проводиться до тех пор, пока все объекты не будут либо подключены к централизованной системе канализования, либо их владельцами будут установлены лосы. При этом локальные очистные должны надлежащим образом обслуживаться и регулярно очищаться. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.